Несмотря на большие штрафы и угрозу лишиться не только водительских прав, но и собственной жизни, автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах, увы, меньше не становится. Так, в прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано более 500 аварий с участием таких горе-водителей. В них погибли 182 человека и еще 595 пострадали. По статистике, каждое девятое ДТП совершается по причине управления транспортом в нетрезвом виде. С 11 по 31 июля у нас в Московской области проводится социальный раунд «Трезвый водитель». В рамках этого социального раунда различные мероприятия проводятся с различными категориями участников дорожного движения. Ну, естественно, в первую очередь это обращено на внимание наших водителей, управляющих автотранспортом, в том числе и мотоциклами. Среди прочего, стражи порядка встретились с мотобольной командой «Металлург». Наша команда, она достаточно известная, достаточно яркая. И лишний раз услышать от таких легендарных личностей слова, ну как бы направление, да, к образу жизни хорошему. Рев моторов, драйв и мастерство – за это видновчане любят мотоболистов «Металлурга». Как настоящие профессионалы, они прекрасно знают, что риск – дело, конечно, благородное, но только лишь когда он оправдан и действительно необходим. Даже трезвая голова не всегда оценивает объективно ситуацию. А уж не говоря, если принят алкоголь, это наверняка, как говорят правильно, он искажает действительность на дороге. Поэтому ни в коем случае желательно, чтобы все за руль садишься, забудь про алкоголь. Ни один спортсмен, садясь в спортивную машину на соревнованиях, не едет без ремней безопасности, потому что он дорожит своим здоровьем. Всякое бывает, поверьте мне, на дорогах тоже может случиться. Тем более, скажем про алкоголь. Алкоголь – это вообще выпил, и мир становится другим. Мое пожелание – не пейте за рулем, пристегивайтесь, соблюдайте правила дорожного движения. Обращаюсь к байкерам. Соблюдайте правила. Вот, соблюдайте скорость. Первое правило, чтобы вы были одеты, одевали шлем. Вот. Ну и самое главное, не превышайте скорость на дороге. Социальный раунд «Трезвый водитель» проходит при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кстати, принять участие в нем может любой желающий. Достаточно пройти социологический опрос на официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Подмосковья. Это поможет дальнейшим ведомствам сделать профилактические мероприятия еще более эффективными. Спортсмены команды «Металлург» обращаются к водителям. Не пить за рулем! Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого.